Здравствуйте, друзья! Компания «Вспортиру» и «Северная лига ЛФЛ» начинает прямую трансляцию с главного стадиона округа. 28-й тур первого дивизиона открывают МСК «Европа» и «Тандер». Мы здесь, на Флотской, в прямом эфире в начале этих длинных праздничных выходных. Всех приветствую, я Кирилл Разумовский, этот час с вами проведу. И главный арбитр сегодняшней встречи Алексей Копылов вместе с капитанами команд уже в центре поля. Разыгрывают стороны команды, разыгрывают право начать. Европа в кислотно-салатовой форме, Тандер, как обычно, в такой бирюзово-серой. В общем, ждем, и в общем, будет интересно. Все готово к началу, сейчас ждем стартового свистка, говорим о составах и смотрим футбол. Футбол должен быть достаточно интересным, потому что играют примерно равные команды из середины турнирной таблицы. Может быть, в каком-то смысле находятся они сейчас в разной форме. Тандер в огне, у Тандера 6 побед подряд. Европа зато чуть выше расположена и, в принципе, больше очков по сезону набрала. Но о турнирных раскладах чуть позже. Давайте представлю главных действующих лиц. Итак, у Европы в воротах Борис Кусакин, номер 1. 3 защитника слева направо. 4-й номер Павел Дзетловицкий, 15-й Алексей Широков и 7-й Андрей Шинкнехт. В центре поля Павел Аношин, номер 20-й. На флангах Евгений Пожидаев, 9-й Георгий Гульян, 12-й. И впереди Тимур Рашидов, номер 99. Ну вот, сразу бросается в глаза отсутствие у Европы в составе Равиля Юсипова, футболиста, который много забивает в этом сезоне. Ну и также нет Михаила Еремина, ну, в какой-то степени определяющего игрока центра поля. Ну и есть другие потери. Я думаю, что футболисты... Европа могла бы выставить другой состав, те футболисты, которых сегодня нет, могли бы выйти в старте, но играют те, кто приехал, и я думаю, что не слабее, но Тандер открывает счет в первой же своей атаке. После подачи углового Сергей Лисюков, насколько я понимаю, головой переправляет мяч в сетку. Вот так все оперативно началось, еще даже не успел представить состав. Тандер счет открывает. Повтор момента посмотрим. Здорово сыграл головой на опережение подключившийся защитник. Ну и что же, 1-0, это быстрый гол уже на второй минуте, и это возможность для Тандера выстраивать свою тактику, исходя из вот этого полученного преимущества. Продолжают быки атаковать. Ну, давайте состав команды-то я назову. Так, события у нас развиваются стремительно. Сейчас после этой атаки удар-то будет, опасно. Вот, вроде бы в центре поля мяч. Так, в воротах у Тандера Шамиль Бедретдинов, номер 1. В обороне Сабир Магомедов, 88-й, Богдан Жищенко, 13-й, Сергей Лисюков, 19-й. В центре поля Василий Коваленко, 7-й. На флангах Валентин Петряков, 10-й, Евгений Новиков, 9-й. Впереди Николай Феофанов, номер 17. Европа свою атаку начинает. Шинкнехт длинную передачу вперед. Она адресата не находит. Интересно, что вот команды не так часто попадают в прямой эфир. Ну, потому что и среди лидеров не находится. И вообще так в этом сезоне первый дивизион достаточно часто мы показываем. А в прошлых сезонах в какой-то степени обделены вниманием были представители первой лиги. Так вот, в первом круге матч именно этих команд мы показывали. Ну, и тогда в ничью 2-2 Европа и Тандер сыграли. Тоже интересная была игра. И вот выбор матча для показа на этой неделе из тех, что проходит на Флотской, и из тех, что есть в туре, в общем-то, тоже такой довольно однозначный для нас был. Посмотрим, пока все очень бодро и все очень весело. Коваленко в центре, подключает партнера, еще одна передача, ох, момент, перекладина! И забирает мяч
Сейчас Борис Кусакин после этой перекладины. Ну вот, смотрите, Черпачок. Чуть-чуть не повезло, Тандер мог уже 2-0 вести, передачу там отметим, очень здорово и тонко было сыграно на поступах штрафной. Теперь Европа атакует, и тоже неплохой розыгрыш, Аношин догонит этот мяч, догоняет уже у лицевой, не на ударной позиции, скидка назад, и дальше не получается, опытный Сергей Лисюков на подборе, вперед он играет, Феофанов. Полотерил немножко возле центральной линии, откинул назад, и атака Тандера развивается. Пока у Тандера явное преимущество, Петряков в центр смещается, у него пушечный удар, еще одна перекладина! Момент за моментом буквально. И атака Быков продолжается, ну вот, потери теперь. Тут же перехват, еще один удар может получиться, но это теперь не опасно, вот опасно, вот смотрите, да, ведь последняя фаза атаки на повторе, и выручает каркас ворот, второй раз Европу, сейчас могли на 0-3 устроиться к пятой минуте, и, ну, если не все, то многое было бы решено уже в этой игре. Вот так развиваются события. Интересно. Но я сказал, что Тандер в порядке. Сейчас Тандер выигрывает. Тандер поднимается в турнирной таблице. Ну а Европа все-таки, очевидно, сильно зависима от состава. Состав бывает лучше, хуже. Еще момент. Ну, здесь просто Феофанов в дальний угол не попадает. Сокрушается сейчас, разыграно это классно было штрафное, и опять там, наверное, не лучшим образом Павел Зетловицкий сыграл, ну, точнее, как, он, в общем-то, старался все правильно делать, выжимал игрока, своего оппонента играл по нему, но позволил вот этой короткой стенкой себя отыграть, и уже никто не блокировал бьющего. По большому счету, Европа сейчас обескураженно выглядит на первых минутах. Ну и... Наверное, стоит сказать, что последние матчи, просто в последних матчах у Европы календарь был посложнее, там пришлось играть с Родиной, в прошлом туре с Северным Альянсом, это были два поражения, была ничья с Водным стадионом и победа над РСНР, то есть такие, в общем-то, результаты полярные. Но и силы соперников соответствующие против лидеров приходилось играть. У Тандера, ну, кстати, тоже был Водный стадион. Тандер обыграл ВЭД, например. Тандер обыграл Волну, то есть команда Булат. И, в общем-то, это команды, которые претендуют на повышение в классе. Претендуют сейчас или претендовали по ходу сезона, или, в общем, как бы то ни было, где-то рядом там наверху находится. Поэтому, в общем-то, и привлекает к себе внимание эти результаты Тандера. Ну, нельзя их просто так пропустить или каким-то образом не учитывать. Ну, уверен, что и тренерский штаб Европы учитывал. Просто... Сейчас от соперника получается только играть, а соперник сам активен на первых минутах, и фактически Европа вынуждена только обороняться. Впереди-то мы, вот кроме одной атаки, такой перспективной с неточным предпоследним пасом, больше мы ничего и не увидели. Здесь еще один перехват. Налево передача. Вот, Пожидаев, кстати... Ой, прошу прощения, Новиков, Евгений, 9 номер, с Валентином Петряковым его перепутал, а Петряков 10, и он, да, такой помощнее, это вот затмение нашего комментатора, суббота с утра нашло, но у Новикова, да, мы видели, тоже приличный удар, он в перекладину попал, но Петряков просто... Петряков обладает совершенно пушечным ударом, и поэтому вот как-то я так, два факта сопоставил, они меня где-то в голове заклинили, и такую ошибку допустил. Но я думаю, ребят не обидятся, все понятно, что просто оговорка. Здесь Феофанов теряет мяч, не хватает ему поля, он в аут уходит, и Андрей Шнехт бросает из-за боковой. Так, ну это уже замены у Европы. Под 10 номером Виктор Ефремов на поле появился. Но сейчас по ситуации он справа
в обороне. Я думаю, что, скорее всего, это временная позиция, то есть так он будет в центре играть, а Шентнехт будет справа действовать, как и предполагалось. Вот Петряков сейчас мячом на Коваленко отыгрывает, Новиков, Сюков, он уже штрафной, какой пас, ну, скорее, может быть, и удар даже был, но в расчете на то, что нападающий подправит, не подправил, и очередной момент упущен, четвертый, пятый, я не знаю, как считать, но подавляющим перевесом сейчас, конечно, Тандер владеет. Ефремов налево играет. Теперь по штрафную, нет, здесь Бедрединов все читает. Проблем никаких ему эта передача не доставила. Снова Тандер в атаке. Магомед Сабиров. Ну что ж такое-то сегодня? Сабир Магомедов, прошу прощения, подключился. По-моему, впервые в этом матче по левой бровке. До него, правда, передача не дошла, и все действие переместилось на противоположную половину поля. Евгений Пожидаев там сейчас из-за боковой будет бросать. Рашидов разворачивается, но против двух сложно, и поэтому всего лишь аут для Европы. Еще одна передача в штрафную, прострел, Бедрединов мяч забирает. Вот, кстати, 18-й номер у европейцев – это Виталий Шульженко. Он тоже на скамейке запасных игр начинал, сейчас на поле. Ну и потихонечку салатовые инициативу как-то забирают, но пытаются, по крайней мере, свои атаки через владение мячом строить. Но теперь Тандер отвечает. Отвечает опасно. Еще один удар Новикова с носка пробил примерно с линии штрафной. И мяч рядом со штангой проходит. В центре поля, пока у Европы провалы. То есть вот между линиями вот эта зона свободная, в которой все время полузащитники Тандера мяч получают. Оттуда угрожают воротами. Она не заполнена, она проблемной является для Европы, и отсюда все голевые моменты. Замена. Григорий Баталин под третьим номером у Тандера на поле появился. И заменил он Красновикова, позицию на левой бровке занял. И вот сразу же у него момент возникает, но не сумел он мимо вратаря мяч протолкнуть, и Дятловицкий там до последнего сопротивления нападающему оказывал. И, в общем-то, помешал удар нанести, но и отметим Кусакина, который вовремя из ворот вышел. 1-0, 13-я минута у нас завершилась. Тандер ведет, но у него было еще как минимум 3 100% возможности для того, чтобы забить. И только благодаря расточительности игроков атаки Тандера мы сейчас какую-то интригу продолжаем наблюдать. Сейчас Диафанов проходит передача. Ну, Магомедов 2-0! Все здорово сделал. Сабир Магомедов разобрался несколькими касаниями в штрафной. Передача, может быть, чуть-чуть запоздала и была, но она прошла. Это главное. И удар в дальний угол здесь не лучшим образом сыграл Павел Аношин. Он вернулся в оборону. Он должен был Магомедову противостоять в этом эпизоде, сделать этого не получилось. Ну и вот смотрите, что выходит у нас. К 15-й минуте Тандер ведет 2-0, и оба гола забили крайние защитники.
Лисяков. Сейчас вот. Вот они, герои стартового отрезка игры. Сейчас перепасовывались. Ну, дальше впереди чуть не получилось. Продвижение. Тут Коваленко мяч потерял. Коваленко болист заслуженный, известный. На севере поигравший за всякие команды. Ну, вообще, вы знаете, и вот что касается Лисюкова, и Коваленко, и Бетрединова, и других игроков, здесь можно говорить об индивидуальных, да, определенных достижениях. Ну, а Европа... Вот, кстати, удар Валентина Петрякова, про который я говорил, практически с центра поля. Очень так неплохо с наклевом пробивал. Ну, мяч чуть выше ушел, но, в общем, тоже опасно было. Так вот, Европа вообще как клуб в высшем дивизионе выступала. И, в общем-то, можно сказать, что значительно большего по отношению к Тандеру добилась в своей истории. Вышке, конечно, тяжело, и все мы понимаем, как устроен чемпионат, как устроена иерархия в любой лиге ЛФЛ. Но... вот сам факт пребывания и сам факт успешной игры, а Европа там даже очки набирала, то есть не то, что там вышла и просто была мальчиком для битья, нет, были удачные матчи. Вот по-настоящему неудачным, наверное, только стыковой турнир получился для команды, в которую она попала в борьбе за выживание, и Европа в первом дивизионе оказалась, а дальше как-то устроилась в серединке турнирной таблицы, и так в этой серединке и находится. Ну вот, например, сейчас Европа на 9-м месте, Тандер на 11-м в турнирной таблице, и... если все пойдет так, как пойдет, то поменяются они местами по итогам этого тура. Тандер вот этой победной серией, конечно, мощный рывок себе обеспечил. И верхнюю половину турнирной таблицы должен подняться. И, наверное, это логичным будет, учитывая те результаты, которые сейчас вообще в первом дивизионе тур от тура происходят. Есть ярко выраженные лидеры, есть команды, которые даже наверху находятся, но все-таки позволяют себе некоторую нестабильность. Так что любой клуб, который сумеет такую хорошую серию провести, может рассчитывать свое положение в турнирной таблице улучшить. Ну вот, Европа, может быть, в какую-то такую яму попала, игровую, функциональную, я не знаю. Хотя, насколько я понимаю, тренировки проводят руководители команды. Но вот исполнительское мастерство решает в эпизодах. Но на самом деле в сегодняшней игре все еще не закончилось, все только начинается. Тандер, конечно, хорош в начале, но не забил свои моменты, а теперь вот пропусти один, и все может на 180 градусов развернуться. Смотрим дальше. 18-я минута, 28-й тур, 1-й дивизион, Европа-Тандер 0-2. И удар от ворот сейчас Бедрединов будет... разыгрывать, начинать новую атаку. Жиченко вперед. Еще один удар Лисюкова. И Кусакин не удержал мяч в руках, поэтому угловой будет. Угловой Сабир Магомедов будет подавать. На ближнюю штангу, и еще один гол Лисюкова. Просто блестящая, наигранная комбинация. Ну, Лисюков, на самом деле, мастер игры на втором этаже. Смотрите, вот просто как он отклеивается от защитника, и как он спокойно, между прочим, от тоже высокорослого и опытного Андрея Шатнехта, и спокойно переправляет мяч в сетку. 3-0. 3-0, и есть у меня сомнения определенные, что Европе удастся переломить ситуацию, изменить ход матча. Пока Тандер доминирует, заслуженно громит соперника и, в общем-то, не допускает моментов у своих ворот. Но вот сейчас дальний удар Аношина.
неплохой и, в общем-то, подготовленный. Партнера вывели он на позицию прямо по центру. Но мяч чуть с ноги свалился и ушел правее. А мне кажется, здесь фол, да, фиксирует нарушение правил арбитра. Рашидов на газоне. Ну и кто? Кто отсюда щелкнет? Можно разыгрывать, а можно и пытаться пробить. В принципе, видали мы с этой дистанции хороший удар. Так, здесь... Классическая вот эта вот неразбериха, стенка не отходит, тут игрок Ефремов в данном случае начинает бить мячом в соперника в расчете, что сейчас желтую карточку предъявит арбитр. Арбитр говорит, что ты сам это умышленно делаешь. В общем, все это большого смысла не имеет. Судья хладнокровно говорит, просто нужно... исполнить удар заново. Теперь стенка на положенном расстоянии. Ну-ка. И в нее мяч попадает после удара Виталия Шульженко. Косакин. Длинный удар в никуда. И отворот его коллега Шамиль Бедрединов будет вводить теперь. Ну, вводить или разыгрывать. Да, оставляет право партнерам. Начать атаку. Здесь борьба, и все. Здесь забирает мяч голкипер Европы. Дятловицкий. Теперь он справа. Здорово развернулся. Еще раз каскад финтов. Но не нашел адреса. И в итоге Сабир Магомедов в аут. Выбивает, ну даже не выбивает, а, так скажем, блокирует передачу, от него отскакивает мяч за боковую линию. Шульженко. Ефремов. Вот сейчас чуть темп подупал, но Тандер 3 гола забил, и понятно, что теперь лететь никуда не нужно. На контратаках можно соперника ловить. Европа в таком чуть более комфортном ритме начала атаковать. И вроде бы теперь даже кажется, что моменты появились. И действительно, вот после отскока сейчас здорово Дятловицкий этот момент поймал. Пробил прямо по центру, но с близкого расстояния. И Бедрединову пришлось переводить рукой через перекладину. Поэтому угловой будет, но если это самый голевой момент Европы, то сложновато ей будет рассчитывать на положительный результат. Подача. Ну что ж, вот это уже неплохо. Шикнехт пробил в падении, и падать пришлось голкиперу Тандеру тоже. Мяч он забрал, конечно, но все-таки это уже удар хотя бы в сторону от вратаря. Лисюков, самый активный, снова Кадаги подключается. Ну нет, к этому прострелу тяжеловато было. Подобраться кому-то из футболистов Тандера. Там атака ничем не завершается. Ефремов здесь на своей половине мяч через партнеров разыгрывает. Шульженко. Длинная передача. И опять потеря. Не клеится немножко у европейцев сейчас. Атакующая игра прежде всего. Так... Сергей Лисюков на скамеечку запасных отправляется, герой первого тайма, дубль на его счету, отдохнет до перерыва, плюс непосредственно вот этот отрезок между таймами, затем уверенно на поле вернется, но пока свой шанс проявить себя получат другие футболисты.
Сейчас я посмотрю, кто вместо него направо вышел. Но пока атака Тандера продолжается. И Новиков контролирует траекторию мяча, который за линию ворот выкатывается. Угловой очередной Лисюкова, кстати, нет. Он только что ушел, поэтому не так опасно. Но низом получается не менее остро. Два гола с угловых Тандер забил уже. Почему бы не забить еще? Так, под 71 номером Дмитрий Николаев появился. Он в обороне будет играть, а здесь Новиков. Вот сейчас Дятловицкий здорово на ногах от него защищается. А почему-то Андрей Шикнек бросил своего игрока в штрафной. Вот хорошо тут мяч не сумел обработать, а так мог бы метров с 5, с 6, ну так пусть под углом, но в упор практически удар наносить. Жищенко по бровке, и здесь технический брак, мяч к Европе переходит. Ефремов. В стиле Александра Степнова сейчас пополотерил, показал в одну сторону, так качнул и ускорился в другую. Но от особенных дивидендов извлечь не удалось. Гусакин мяч выносит. Гамедов, Шикнехт, технично, Ефремов. Сейчас здорово, налево. А нет, находит получше вариант. Аношин в центре. И дальше не точно. Контратака у Тандера может получиться. И получается. Ну что, это еще один голевой момент. Новиков. Вот теперь действительно, можно сказать, что Борис Кусакин выручил свою команду. Ну и, наверное, если бы удалось верхом пробить девятому номеру Тандера, то быть голу бы очередному. Но Европа уже ва-банк идет, не успевает перестраиваться после потерь мяча, атакует большими силами, поэтому, я думаю, таких выпадов 2 в 2, 3 в 2 и подобных мы достаточно много еще увидим во втором тайме в том числе. Европа все-таки попытается наладить позиционную игру и где-то вот в этой мутной воде золотую рыбку поймать. Но для этого тоже движение необходимо, нападающие несколько пассивны. И вот сейчас, к примеру, Ефремов просто не нашел адресата для передач. Еще один момент. Вот, видите, 3 в 1, удалось бы пас отдать сейчас Николаеву, был бы выход. Ну вот, пожалуйста, снова 3 в 3, то есть один за другим, и чуть-чуть брак подводит футболистов Тандера в завершающей стадии. Ну, как-то я, знаете, еще, мне кажется, итоги тайма подводить начал минут 10 назад, потому что такими характерным было развитие событий, и, в общем, понятно было, каков сценарий этого самого тайма. Но вот если сейчас уже на 28-й минуте говорить, то, пожалуй, тотальное преимущество быков. Три гола, еще две перекладины, россыпь голевых моментов. То есть, в общем-то, к этому моменту 7, наверное, забить они могли, как минимум. А у Европы реально один полумомент с ударом Павла Дятловицкого после рикошета, который неожиданно вывел защитника на позицию в штрафной Тандера. Этого мало, конечно, для того, чтобы, ну, хоть в какой-то мере считать игру равной. Есть еще полторы минуты, и Тандер в очередной контратаке. В ближний угол удар Григория Баталина, и здесь Кусакин парирует его на угловой. Евгений Новиков будет подавать. Или простреливать. Мы видели уже и тот другой вариант. На этот раз подача. Мяч тех пролетает.
Ух, Магомедов. Вот так просто в сторону ворот направлял, а получилось, в принципе, даже достаточно опасно. Рашидов аут заработал. Позволяет своей команде из обороны выйти. Но бросать некому. Ну вот, Ефремов открылся. Сразу под прессинг Коваленко попал. И аут практически с той же точки. Только теперь десятка Европы будет бросать. И здесь Коваленко дорабатывает. Ну что ж, 15 секунд до перерыва. Я не думаю, что Алексей Копылов что-то там добавлять будет. Никакого смысла в этом нет. И остановок особенных не было. Ну вот, наверное, эту атаку Европа доиграет. Да, доигрывает. И слышим мы свисток арбитра. 3-0 после первого тайма в матче Европа-Тандер. Отдыхаем, друзья, вернемся через пару минут. Ну что ж, выходит команда на второй тайм. После перерыва мы возвращаемся в эфир. Ну и на скамейке Европы, которая проигрывает после 30 минут 0-3. Такой разговор состоялся достаточно серьезный, мужской. И сейчас слышали мы с призывами побороться, посражаться и показать себя. Футболистов просят тренерский штаб выходите на второй тайм. Ну, вот так, откровенно говоря, по игре особенных перспектив не видно. Просто непонятно, за счет чего Европа может сейчас игру переломить. Будем смотреть. В любом случае, всякое бывает. Всякие ситуации случаются. Ну, пока давайте по составам немножко пробежимся. Так, у Европы Борис Кусакин в воротах. В обороне. Ухо, момент какой, смотрите. С ударом из вратарской завершающим Европа провела. Мяч, правда, рядом со штангой прошел, но было близко. Аношин был близко к тому, чтобы один мяч отыграть. Так, в обороне 18 номер Виталий Шульженко, 7-й Андрей Шинкнехт и, я так понимаю, что Евгений Пожидаев под 9-м опускается. В центре поля Виктор Ефремов, 10-й Павел Дятловицкий, 4-й и Павел Аношин, 20-й. Впереди Тимур Рашидов, номер 99-й. У Тандера Шамиль Бедрединов в воротах. Так, после этой атаки здорово получается. Еще один пас на Аношина. Удар и снова рядом со штангой. Да, Рашидов говорит, кати низом, я ногу подставлю. Уже практически одной рукой за штангой держась. Ну вот, если б да кабы. Но отмечаем, что по факту Европа провела две хорошие, практически голевые атаки в начале второй половины. Так, по Тандеру давайте смотреть. Значит, Бедрединов в воротах. В обороне Сабир Магомедов. Но вот сейчас он, видите, к атаке подключился. Пробил он гол, забил в первом тайме. И вообще фланги у Тандера традиционно активны. Люсюков забил 2. Его сейчас, правда, на поле нет. Итак, Магомедов, 88 номер, слева действует Григорий Баталин, номер 3, справа и в центре Богдан Жищенко. В центре Василий Коваленко, 7-й. На флангах играют Валентин Петряков, 10-й, и Евгений Новиков, 9-й. Впереди. Ну, сейчас посмотрим, кто впереди. Чуть позже вам сообщу. Так, в любом случае, Тандер сейчас угловой очередной зарабатывает. В первом тайме 2 корнера голам привели, а теперь 3-й Василий Коваленко. Блестяще просто все делает.
и с лету переправляет мяч в дальний угол. Шикарный гол. 4-0. Я думаю, в этой игре все понятно. Ну, что ж, еще 27 минут. В любом случае, там 26 с чем-то доигрывать. Поэтому смотреть будем. И, по крайней мере, чтобы статистически все моменты не упустить. Но вот как Тандер использует стандарты, вот насколько они остры и насколько слажены действия быков при угловых, особенно и при штрафных. При штрафных, кстати говоря, не очень много, а там тоже есть мастера исполнить. Ну вот Европа, пожалуй, по игре в обороне против таких наигранных стандартов провалилась. Сегодня это одна из причин поражений. Так, Дятловицкий, подача, Аношин. Хорош, Магомедов заблокировал и еще не просто там поставил ногу, а таким образом, что мяч остался у партнера, и можно было контратаку провести, но вот Коваленко извиняется перед партнером, не получается длинную передачу выполнить. Как раз он рассчитывал диагональю в прорыв кого-то из нападающих бросить. Да, хорош Тандер. Скамеечка. Вот там Коваленко как раз справа был. Такой сделал свое дело. Можно отдыхать. Пускай ребята поиграют. Я 2 гола забил. В обороне отработал. Красавец. Красавец. И вообще, ну, действительно приятно, что вот футболисты такие заслуженные. Может быть, уже кем-то списанные со счетов, но продолжают уровень демонстрировать. Уровень, мастерство, класс, и продолжают приносить результат своей команде. Тандер в атаке. Еще один стандарт зарабатывает. Уж страшновато теперь за Европу. Ну-ка. Ну, на этот раз на дальнюю. Здесь Шинкнехт. И с помощью своих партнеров удается отбиться. А дальше подкат Петрякова. И все. И у Европы не получается организовать свое наступление. Ефремов там чуть затянул. Пожидаев. Ефремов вперед. Рашидов зацепился, но это все спиной, даже развернуться ему Богдан Жищенко не позволяет. Приходится через защитника играть. Аношин на газоне. Рабочий фол Василия Коваленко. Все нормально. Продолжается игра, здесь неточная передача. Ну и здесь тоже слишком мягко Коваленко пытался вперед пас навесной выполнить. Ну, игра, наверное, при таком счете обречена на какие-то эпизоды разбиваться, потому что Тандер, конечно, понимает, что ну, на 99% уже обеспечил себе победу. Я все равно, так наученный горьким опытом, видал я всякие камбэки. Поэтому оставляю Европе какие-то минимальные шансы, но я думаю, что у футболистов сейчас впечатление совершенно другое. Они на поле лучше чувствуют соперника, лучше чувствуют ритм этого матча, и я не думаю, что здесь может что-то измениться, но вот только счет в пользу Тандера может вырасти, и он действительно вырастает. 5-0, и вернувшийся на поле Сергей Лисюков поучаствовал в этой атаке. Ну что ж, разгром. Разгром, ну, тут завершающая стадия. Там, да, наверное, можно было чуть подольше повтор дать. Времени у нас просто не так много. Сразу команды с центра начинают. Теперь
теперь-то, наверное, уже не 99, а еще какие-нибудь 9 десятых процента можно сюда записать. В общем-то, в отличие от игры первого круга, борьбы сегодня не получилось настоящей. Ну, Европе голик бы забить хотя бы. Было бы уже неплохо по такой игре. Вот я смотрю онлайн-протокол, на Лисюкова гол записали, но не он, по-моему, забил, надо уточнять. По-моему, он сделал на Новикова передачу, что-то покатил вдоль ворот, а забил 15-й номер. Но это все, конечно, уже детали. А что главное, 6-0. Валентин Петряков. Ох, какое празднование. Любопытно. Любопытно. 6-0. Это 41-я минута. Перехватил. Мощно пробил с левой. Да. Ну, Европа подрассыпалась, надо сказать. Вот... Такое ощущение, что четвертый гол Василия Коваленко как-то пар выпустил из соперника. И сейчас уже эмоционально просто не находят в себе ресурса футболисты Европы для того, чтобы продолжать бороться, продолжать атаковать, понимая, что... Все в этой игре уже решено. Ну, 6-0. Вот на самом деле, знаете, любопытно посмотреть. Ну, у Европы это... Ну, было поражение 1-7 от ВЭД. И было поражение 2-6 от Северного Альянса. А больше так много Европа не... А нет, еще раз вру, Пресня Европу обыграла тоже с счетом 6-2, а вот больше так много Европа не пропускала. Так что если 7 будет повторение худшего результата по пропущенным мячам за сезон, а если 8, то это будет самое крупное поражение, ну точнее поражение с самым... большим количеством пропущенных мячей. Но оно же, наверное, и самое крупное, потому что ну, не верится мне, что условно там Европа 4 забьет и там потом 4-8 проиграет вот за оставшиеся 18 минут. Ну, а так вот, если продолжать статистические экскурсы, то Европа одна из самых забивных команд чемпионата. Ну, собственно, только Родина забила больше. ФИФТ рядом, но вот у Европы 126 забитых мячей. При том, что у Родины 133, у ФИФТа 124. Так что, в общем-то, эта команда привыкла много забивать. А сегодня не забила ничего, пропустила порядочно. У Тандера, кстати, всего лишь 73 забитых мяча на 26 матчей. Так что, тоже сегодня такой, в каком-то смысле, аномальный результат. Ну и... Вот так ради интереса смотрю. Больше 6 один раз водному стадиону 7-1. Больше 6 Тандер вот второй раз забивает по ходу текущего первенства. С точки зрения статистики, в общем, получили мы совершенно непредсказуемый, нетипичный матч. Одна команда аномально много забила, и еще кучу моментов растранжирила, и еще игра продолжается на самом деле.
Вторая нетипично мало забила и много пропустила. Ну, ничего себе, 7-0. А кто там, Николаев, да, по-моему, да? А, гола нет, там нарушение правил было зафиксировано до этого. Ну, мяч, в смысле, в сетку попал, но до этого был свисток арбитра. Так что пока рано. Но, на самом деле, суть того, о чем мы с вами сейчас рассуждаем, это не меняет. Ой, ну вот это сейчас совершенно никому не нужно, зачем? Вот всегда меня удивляло, вот в матчах, когда 6-0, ну ладно, проигрывающая сторона, там она разочарована, да, несколько результатом, но вот какой смысл футболистам, представителям выигрывающей команды ввязываться в такие разборки, рискуют там какие-то карточки. Ну, сейчас мудро поступил арбитр, он, понимая вот эту всю эмоциональную составляющую, просто соперников так развел в стороны, никого не стал наказывать, и игра продолжилась, а тут уже момент заиграли. Там, кстати, опытные футболисты, вот Андрей Шинкнехт рядом был, тоже подсказали, что давайте уже доигрывать, в общем-то, все понятно, и чего тут воду плескать, когда раньше надо было, в общем, эту агрессию в результат оборачивать. Позиционная атака просто шагом у Европы. Такой удар. Полуудар. Пожалуй, все ясно, наверное, в этом матче. В смысле, не пожалуй, а просто все ясно. Все я пытаюсь смягчить акценты, хотя, ну, хватит уже смягчать. Реально надо приложить просто Европу. К этому матчу она оказалась не готова, проиграла совершенно заслуженно. Мне многие футболисты этой команды симпатичны, и сам коллектив интересный, самобытный. Но сегодня мы говорим то, что видим. И мы говорим, что Тандер побеждает заслуженно, побеждает с подавляющим перевесом. Вот сейчас, кстати, я смотрю, что Никита Шельпов появится в воротах у Европы в ярком оранжевом свитере. Надевает он перчатки и готовится выйти на замену. А у Тандера... У Тандера тоже замена происходит. Петряков, по-моему, отдыхать ушел. Кто там на замену вышел? Любопытно. Ну ладно, разберемся потом. 17 номер футболиста я в протоколе не вижу, его не внесли. Лицо знакомое, как говорится, не узнаю вас в гриме. Штрафной на половине Европы, быстрый мяч разыгран. Ефремов, ну вот момент, сейчас передача не проходит. Два партнера справа были, Рашидов и Маношин там открывались. Ефремов внешней стороной стопы так защитника перебрасывал, и не получилось у него. Ошибка. Жидаев
Проходит пас, но не проходит удар. Здесь заблокировано. Здесь Шамиль Бедрельдинов мяч забирает. Вынос вперед. Что-то замена вратаря пока у Европы не происходит. Разрекламировал я запасного кипера в красивой форме. А он все стоит рядом с резервным арбитром Павлом Петровым. Ну вот сейчас выходит на поле и, ну, как бы с нуля начинает свою статистику. Интересно, пропустит или нет. В оставшееся время 10 минут еще играть. Тандер-то чуть-чуть сбавил обороты, ну, какой-то момент может быть. Но тут много надо, что ли? В концовке хватит времени еще на 3 гола, а то и больше. Ефремов, хороший проход. Кстати, Лисюкова он обыграл и дважды ушел от подката, но переиграть Бедрельдинова не сумел. Шутнехт, короткая передача на Аношина, тот шаг не сделал вовремя, и партнер ему в ногу не вложил, поэтому потеря. Коваленко, партнер оставляет прострел. Но тут уже много, тут уже надо в одно касание решать, а здесь какие-то попытки улучшить позицию ударную, и в итоге упущен шанс голевой. Не так обидно, конечно, при счете 6-0, но все-таки. Николаев. А вот здесь, по-моему, покинул мяч пределы поля, нет? Арбитр считает, что касался линии, поэтому аут в пользу Тандера. Вот здесь неплохо на перехвате Шульженко сыграл. И дальше с передачей неудачно. Еще один отбор в центре поля. На ногах устоял. Ну, 4 в одного-то можно разыграть? Нет, нельзя. Потому что уже сил не хватает на точную передачу. И Виталий Шульженко падает на газон. Рукой по нему бьет. Но, по большому счету, на себя сетует, а не на какие-то внешние факторы. Конечно, в простой ситуации сыграл он неудачно. Ну вот, насколько я понимаю, 15-й номер Абдурахман Магомедулхаликов у Тандера. И вот кажется, что он как раз 5-й гол забил. Но это после игры, я уточню, в официальном протоколе, не в онлайн, который резервный арбитр ведет. И у него же был шанс во втором тайме сделать дубль. Он момент упустил. Ефремов. Нет, не проходит передача. Коваленко поторопился. Мне кажется, если бы сам продвинулся, то можно было бы организовать атаку большим числом. В итоге Европа не оставляет попыток размочить счет. Ожидаев вставляет Аношину. Рашидов. И все. Все, в этой атаке мяч выносится. И здесь Виктор Ефремов его подхватывает. Аношин долго очень с мячом работает. Сюков тут чуть двоих не обокрал. В итоге Ефремов мяч сохраняет. И опять неточная передача. Доигрывают команды. Доигрывают-то еще долго в таком темпе.
6,5 минут. Лисюков на ударной позиции оказывается. Ух, выше ворот, неожиданно. Мог хет-трик сейчас оформить. Удар от ворот и вперед выноса на Тимура Рашидова. Ефремов. Жидаев. Дитловицкий и потеря. Ну, точнее как, на грани потери было. Все-таки мяч остался у МСК Европы. Развить атаки не получилось. Андрей Шеркнехт впереди сейчас действует. Такого Жерара Пике включил. И пошел оказывает давление на оборону соперника. Но мяч до него практически не доходит пока. То есть, если у тебя габаритный нападающий, то, в общем-то, грузи вперед, навесы, подачи, пусть там борется. Этого мы не видим, на самом деле. Странно. Ну и, кстати, вот вы знаете, я говорил, что... Говорил в самом начале о потерях Европы. И как-то... Тандер быстро стал голы забивать. В общем, эта тема чуть ушла. Хотя, наверное, эти потери значимые и на результат повлияли. Но у Тандера тоже ведь есть потери. Сергея Малышева мы не видим сегодня. А видим. Действительно. Но не видим в игре. Да, вот так вот правильно говорить. А это тоже нападающий забивной. И тоже габаритный. Вот как раз в контексте разговора о позиции Андрея Шеркнехта в предыдущей атаке. Вот сразу у меня такая ассоциация возникла. Кстати, любопытно, что Сабир Магомедов в первом дивизионе больше всех забил у Тандера. У него 10 мячей было, и сегодня 11-й. Ну да, он, в общем-то, единоличный лидер. Новиков сегодня не отличился. У него 9 мячей, а остальные, в том числе... Лисюков, который сегодня забивал, забили значительно меньше. Лисюков, Петряков и так далее. Так, концовка продолжается у нас, концовка игры. Европа в атаке, пожидая в Дитловицкий на Рашидова мяч, тот... Финтит, но уже против двух. Штрафной зарабатывает. Подставляется таки под фол. Ну вот, вот шанс. Вот хорошая возможность. Убойная позиция на 58 минуте, чтобы мяч престижа провести. Тут и Аношин, наверное, может пробить. Но Рашидов вроде бы сам собирается исполнить. Разыгрывают, и мне кажется, слишком хитро разыгрывают. Тут и длинный прокат, и неудобно было бить Андрея Шеркнехта. И защитники уже прочитали эту ситуацию, накрыли.
Николай вперед на партнера. Здесь еще одна атака Тандера. Точным ударом завершается 7-0. И... и есть повторение самого результативного счета, самого результативного результата, которого Тандер по ходу этого сезона добился. 7-0, 59-я минута. Ну, признаюсь, я разгрома не ожидал в этой игре. Казалось бы, что будет борьба, борьбы не получилось, но Тандер реально заслуженно выиграл, заслуженно, и теперь опередит Европу в турнирной таблице, Европу и волну. Причем волна в этом туре еще сыграет у волны. Кстати говоря, волна-то вроде бы даже и перенесла свой матч. Да, потому что волна не сыграет. А у нас матч открытия тура, но... вот здесь перекладина в самой концовке. Финальный итог звучит. В общем, Тандер, наверное, с победой мы в любом случае поздравим. Ну, а что касается места, на котором окажется команда после этого тура, здесь нужно будет подождать результаты других матчей. Потому что 45 очков — это столько же, сколько и у Лагера и Пиратов, которые на 7-8 месте располагаются, а также больше теперь, чем у Европы, и больше, чем у Волны. В общем, вот в этой части таблицы довольно все интересно. Тандер 7-ю победу подряд одерживает. Ну и действительно хороший, содержательный футбол в его исполнении мы увидели. Прощаемся с вами, друзья. Для вас эту встречу комментировал Кирилл Разумовский. Хороших всем выходных. Увидимся здесь на полях Северной лиги.